которую ребята посмотрели и спросили, что это за циркон. Ну, дело-то не в цирконе, дело в том, какой человек это делал, и в данном случае эту работу выполнил Антон. Антон у нас красавчик, он делает всякие такие крутые безумные штуки, и он может любую неживую вещь превратить в живую, и мало кто с ним сможет в этом посоревноваться. Мы видим циркон, который просто-напросто очень неживой, очень скучный, и он превращается реально в живую анатомию, в живой зуб, и это крутая реализация. Мы справляемся с как бы любой задачей и реализуем ее достаточно великолепно. Вот. Можно даже, кажется, кирпич покрасить, и все будет отлично, потому что если Антон этим занимается, то все на высоте.